Единовременную пенсионную выплату в 5000 рублей начнут выдавать в почтовых отделениях с 13 января. Получить деньги можно будет до 27 января включительно. Начисление положено всем гражданам, являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года и постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Выплата производится пенсионным фондом. Обращаться туда или подавать заявление нет необходимости. Если по графику пенсионер получал деньги с 3 по 12 число месяца, то единовременная выплата будет доставлена ему с 22 по 27 января. Гражданам, которые приходят на почту с 13 по 21 января, 5000 выдадут прямо в этот же день.